Здравствуйте, меня зовут Виктория, и я преподаватель по бодибалету. Сегодня я вам расскажу, как разогреть ваши мышцы перед растяжкой. Во многих видеоуроках отсутствует часть, посвященная разминке, но это упражнение является базовым, без которого нельзя приступать к растяжке и балетным па. Для начала утеплимся. Рекомендую вам надеть теплые носки, гетры, чтобы наша с вами разминка прошла наиболее эффективно. Самая удобная и устойчивая балетная позиция, идеально для начинающих, является третья позиция. Это и будет наше исходное положение. Первое наше упражнение называется «Лебединая шейка». Разминаем нашу шею. Вправо наклоняем ее и влево. Замечательно. Еще раз повторим. Вправо и влево. Давайте теперь еще вниз. Замечательно. И назад. И еще раз вниз и назад. Замечательно. Второе наше упражнение называется «Взмахи крыльев». Рисуем круг большой руками. Разминаем наши плечевые суставы. 4 раза круг назад. Теперь согнутыми руками. Опять же 4 раза. Теперь давайте вперед. Взмахи крыльев. Рисуем большие круги руками. И еще. Согнули. Хорошо. Отлично. Наше третье упражнение называется бесконечность. Рисуем круг руками. Рисуем такую вот бесконечность. Мы как раз разминаем здесь с вами и кисть, и опять же плечевые суставы. Здесь так у нас круг образуется в спине. Здесь открываем красиво спинку. Ровно грудь. Отлично. Спина, грудь, спина, грудь. Не забываем про кисти. Хорошо. Отлично. Наше 4-е упражнение называется плие. Это балетное упражнение, но оно разогревающее. Приседаем с вами. Ягодицы в себя. Не уходим. Спинку держим ровно. Здесь разогреваются наши и ягодицы, и наша внутренняя поверхность бедра. Качаются наши 4-главая мышца. Замечательно. Ваши ноги говорят вам спасибо. Можно делать такую небольшую волну руками. Чувствуете, как вы разогреваетесь? Замечательно. Колени старайтесь по возможности отводить в стороны. Хорошо. Закончим. Наше 5-е упражнение тоже балетное. Называется оно ролевое плие. Не пугайтесь, это не страшные слова, сейчас я вас научу. Опять с вами делаем плие, разогреваем ягодицы. И теперь поднимаемся как можно выше на мысочках. Снова плие, накачиваем нашу икроножную мышцу. Будет как у футболистов, между прочим, это комплимент. Наше 6-е упражнение называется балетное приседание. Мы будем их выполнять по 2-й позиции. Является 2-й позицией вот такая позиция. Мы будем в этот момент с вами приседать. И делать мы будем это с переходом по обратно в нашу 3-ю позицию. Переходим в нашу 2-ю позицию и обратно в 3-ю. 2-е. 3-е. Разогревается паховая область. Разогревается опять же наша 4-главая поверхность. 4-главая мышца бедра. Замечательно. Еще раз продолжаем. Чувствуйте легкость. Делайте как пушинка. И еще раз разогреваетесь. Хорошо. Наше 7-е упражнение называется «Бьем себя по ягодицам». Выполняем это упражнение ритмично, быстро, как лошадь с перестартом. Быстро разогреваемся. Накачиваем здесь все. Делаем быстро, ну, чтобы, естественно, и разогреться, ну и вообще немножко придадим шарма нашим занятиям. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Наше 8-е упражнение называется опорно-толчковое. Начнем это упражнение из нашей 3-й позиции. Отставим нашу левую ногу назад. Уходим с вами в плие. Вес тела распределяется равномерно вниз. Здесь качаются опять же наши ноги. Они разогреваются повторно еще раз. А если вы будете делать какие-то балетные прыжки,
то вам будет намного легче делать их, потому что это упражнение поможет вам. Замечательно. И давайте теперь сделаем на другую с вами ногу. Отставим теперь нашу правую ногу назад. И сделаем повторно еще несколько раз. Растайте вверх, опускайтесь вниз, как ракета. Вниз, вверх, вниз, вверх. Держите ритм. Замечательно. Ну вот и все. Разминка закончена. Мышцы приведены в тонус. Спасибо за внимание. С вами была Виктория Сорокина. До свидания.